Салют, друзья, с вами Владимир, и сегодня я хочу обсудить такую тему. Так можно же или нельзя заработать на SEO спринт? Первое видео я снял месяц с небольшим назад, и сегодня я хотел бы вам показать и все-таки, может быть, немножко доказать, что заработать на SEO спринт можно. Вот смотрите, я заходил на SEO спринт каждый день, где-то по 2, по 3 часа, не больше. Поскольку я работаю 6.1, и еще плюс у меня свой канал, то есть занимаюсь еще видео, времени особого не было. Выводил я мало, но между тем я заработал 1500 рублей, то есть 1500 рублей. Это по 2 часа в день я работал, и плюс мне принесли рефералы 233 рубля. Эти деньги, которые я заработал, я все потратил на рефералов. То есть, как я зарабатывал? Зарабатывал в день на одного, на двух рефералов. Покупал рефералов на ярмарке. И уже эти рефералы находятся у меня. Вот они, эти рефералы. И рефералы уже работают на меня. Не скажу, что много приносят рефералы, поскольку у меня еще и мало рефералов. Но для рефералов я устраиваю конкурсы. Конкурсы устраиваю регулярно, и регулярно их много. То есть вот 4 последних конкурса, да, открыл. Есть пару-тройку человек, которые участвуют постоянно в конкурсе. Есть один человек, который участвует регулярно в конкурсе. Вот, то есть с 1 декабря он один заработал за 11 дней, да, с 1 на сегодня 11, за 10 дней заработал 22 рубля. То есть рефералы тоже работают, приносят деньги. И к чему я все это говорю? Говорю я это к тому, что все-таки заработать можно. Заработать можно на SEO спринт. О чем же заработать на SEO спринт? Я в основном зарабатываю на SEO спринт. Это на заданиях. На заданиях я зарабатываю на кликах. Это когда побольше свободного времени переходишь, кликаешь, выставляю по цене параметры. И уже смотрю что-нибудь дороже 0.70 и погнал. Вот видите, зелененьким это отмечено то, что уже выполнил, синеньким то, что не выполнил, то, что можно выполнить. То есть такие более-менее хорошие задания я оставляю, беру в избранные и выполняю. Есть, конечно, бредовые задания, что за 70 копеек там часа полтора надо просидеть. Значит, выполняю я задания какие? Клики. И выполняю я задания YouTube. Можно еще выполнять задания в регистрации, только регистрации. Заданий там тоже много, и задания высокооплачиваемые. Но задания, извините, там на 10 проектах зарегистрировался, они одноразовые, больше ты на них не зарегистрируешься. Или же надо открывать, как-то кто-то открывает там левые почты, левые аккаунты. Но это опять же время, это опять же нужны телефоны. Телефонные номера, дополнительные почты, дополнительные страницы в контактах. Но это ничего, не надо. Наша задача сегодня о том, как зарабатывать на SEO спринт. Вот еще раз скажу, что вот мой заработок 1700 за месяц составил. Все 1700 я потратил на рефералов. То есть не чисто, конечно, доход этот. Я еще плюс и свои деньги вкладывал. Ну, вкладывал на выполнение заданий, у меня тоже есть здесь свои задания, но заработать можно. Так что заходите, регистрируйтесь, если вам понравилось видео, заходите по ссылочке в описании и регистрируйтесь. Какие есть простые задания? Давайте я вам покажу выполнение парочку простых заданий. Парочка простых заданий, это, наверное, социальные сети. Вот в социальных сетях можно каждый день зарабатывать на одном задании по 6,5, по 7 рублей. Есть такие задания, это такие, как вступить в группу и пригласить 40 друзей. Выполнить его можно раз в день, поскольку приглашенных лимит приглашенных составляет 40 человек. Всего лишь вы можете в день приглашать по 40 человек. То есть ищите такое задание, ищите в категории где-то от 6 до 5 рублей, потому что есть такие задания и за 2 рубля, есть такие задания и за 25 копеек, но я думаю, не стоит выполнять, отдать 25, то есть вы заработаете 25 копеек, лимит у вас исчерпывается, и все, и больше вы не сможете заработать.
Так что вот ищите одно задание вот на 6 рублей в день, как минимум, у вас уже есть. То есть задание на YouTube. На YouTube также выполняйте задание от 70 копеек и выше. Можно, конечно, выполнять, если простые, то выполнять такие вот задания по 20, по 30 копеек, если там нужно, допустим, подписка и не больше. Но есть, попадается и за 20 копеек такое, что очень-очень долго выполнять. Что же можно еще сделать на SEO Sprint? На SEO Sprint вы можете размещать свою рекламу. Можете размещать свою рекламу, можете размещать рекламу своего сайта, можете рекламировать свою страничку. Какие еще есть такие виды заработка на SEO Sprint? Это серфинг, об этом мы уже говорили, да, чтение писем. Но самое главное, это, конечно же, заработок на заданиях. Еще у вас, если вы являетесь моим рефералом или чьим-то другим рефералом, есть конкурсы от реферера. Вот у моего реферера, к сожалению, сейчас нет конкурсов, но вы можете щелкнуть вот сюда вот и увидеть конкурсы. Если вы мой реферал, то у вас высветятся эти конкурсы, которые проходят регулярно. Еще раз повторюсь, присоединяйтесь и будете участвовать в этих конкурсах. Участие в конкурсах очень-очень простое, то есть вот, допустим, комплексный конкурс серфинг, письма, тесты, то есть по количеству, вот видите, тут в основном 3 человека лидируют во всех заданиях. Есть небольшие хитрости, конечно, и в выполнении их заданий, как заданиями, допустим, набрать количеством заданий, да, переходите. Если вам именно по количеству надо набрать, переходите в задание, выбираете социальные сети, самые последние по цене, и вступить в группу ВКонтакте. То есть что нужно? Все очень-очень просто. Заходите. Видите? Вступить в группу Pro Auto. Нажимаете начать выполнение задания. Нажимаете вступить в группу, и все. То есть в конечном итоге вам сюда надо будет ставить только ссылочку. У меня, чтобы постоянно не делать, есть уже заготовочки. Вставляете ссылочку и отправляете. Все, задание выполнено. Видите, занимает несколько секунд выполнение заданий, но довольно-таки просто и приятно и вам, и остальным. К чему я все это говорю? Опять же, к тому, что заработать на SEO Sprint можно. Так что, друзья мои, кому понравилось, присоединяйтесь. Ссылки будут в описании под этим видео. Присоединяйтесь к моей команде. Всегда рад видеть вас. Всегда подскажу. Заходите в группу ВКонтакте, пишите под видео, обязательно все объясню, как выполнять, что выполнять, зачем выполнять и как проще выполнять. Всем все расскажу, все популярно, подскажу, как что сделать. Так что присоединяйтесь ко мне, всем спасибо, всех жду у себя в гостях. Ну, а на сегодня все, пока, до новых встреч.